Новые заводы и предприятия представят сегодня во время общенационального телемоста. Прямые включения ожидаются практически со всего Казахстана. В эпицентре телевизионной переклички республиканского масштаба в столичном дворце независимости сейчас находится и наша съемочная группа. Мой коллега Данияр Рамазанов на прямой связи со студией уже готов рассказать, как это будет. Добрый день, Данияр, вам слово. Здравствуйте, Эльвира. Отмечу сразу, что такой общенациональный телемост – явление для Казахстана далеко не новое. Предыдущий, а как вы правильно отметили, телеперекличка прошла в июле этого года. Тогда Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн запустил 10 новых объектов и ознакомился с ходом строительства еще 7. Но, как говорится, цыплят по осени считают возможно. Именно поэтому сейчас было решено подвести итоги индустриального 2015-го. Забегая вперед, могу отметить, что по данным министерств и ведомств в этом году было реализовано 120 проектов на сумму 800 миллиардов тенге – и около 90% всей этой суммы это частные инвестиции. Что касается дня сегодняшнего. Во-первых, ожидается, что по традиции сегодня в работе телемоста примет участие президент страны Нурсултан Назарбаев. Во-вторых, разумеется, говорить будут не только об итогах, как нам сообщили организаторы этого телемоста. Сегодня в режиме онлайн будет запущено 15 новых объектов, которые расположены в 15 регионах нашей страны. Нам также удалось выяснить, что представляют они сферы нефтехимии и фармакологии, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и добычу полезных ископаемых, ну а также строительство и альтернативную энергетику. Сейчас рассказать, разумеется, обо всех проектах мы не можем, но о самых важных и, на наш взгляд, интересных вы узнаете из наших выпусков новостей чуть позже. Также, думаю, стоит отметить, что только что, буквально вот несколько минут назад, во Дворце независимости, в котором мы сейчас находимся, завершилась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента Республики Казахстан «Алтын Сапа», республиканского конкурса выставки «Лучший товар Казахстана» и конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парус-2015». И уже совсем скоро должен стартовать общенациональный телемост. Пока это вся информация, но мы, разумеется, продолжаем следить за развитием событий. Эльвира, вам слово. Благодарю, Данияр. Будем ждать от вас новых подробностей.